На берегу Балтики есть удивительное место. Оно скрыто от суеты и обыденности. Путь к нему идет через волшебный лес с черным озером. Лес растет на древних дюнах, поросших мхами и лишайниками. Здесь фантастично красиво, как бывает только во сне или в измененном состоянии сознания. Место с первых шагов окутывает тебя пристальным вниманием. Оно обладает своим древним сознанием и силой. Все твои грехи и намерения — открытая книга для него. Если твое сердце открыто, а намерения чисты, место поможет избавиться от лишнего, даст силы и мудрости. Но если оно сочтет тебя недостойным, наведет морок и панический ужас. Были и такие случаи. По мере углубления в лес слышно дыхание моря. И это суровое северное море, всегда холодное. Воздух настоен на соснах, солнце и море. Кажется, он способен исцелить от любой болезни. Постепенно нам открывается Балтика. Легкий шторм и ветер освежают жару. Море зовет окунуться. Это приказ, а не просьба. Оно часть древней силы, что проявилась на этом берегу. Пляж радует своей пустынностью и чистотой. Когда идешь по полосе прибоя, испытываешь немой восторг и блаженство. Беспокойство и голоса в голове умолкают. Постепенно виднеются странные конструкции. Это деревья корнями вверх, сухие, раскрашенные, собранные в определенном порядке. Чем дальше, тем больше подобных конструкций. Это магические порталы. Для непосвященных это просто дикий хтоничный культ. Но для посвященных каждая мелкая деталь имеет глубокий смысл и значение. Еще в древности здесь местные жрецы общались с богами. Вибрации места столь сильные и высокие, что оно смогло донести информацию до наших дней. Во времена хиппи здесь были целые лагеря. О них ходили легенды по всему бывшему СССР. Практикующие маги получали откровения об этом месте и создавали здесь сооружения в меру своих сил и способностей. Место получило название Шаманистан. Хорошее и верное название. Место не для всех. Кому-то здесь хочется остаться навсегда, кого-то оно пугает. Место само выбирает, кому понравится. И кто может прийти сюда вновь?
Гоя. Гоя Гой.